В продолжение дорожной темы в Твери начали работу межведомственной комиссии по приемке отремонтированных объектов улично-дорожной сети, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что сейчас ремонт дорог в областной столице завершен на 70 объектах. Также в этом году дополнительно проведены работы на 4 участках – по улице Коминтерна и на тротуарах на улицах Терещенко, Баррикадной и Арсения Степанова. 15 ноября межведомственные комиссии проверили 9 объектов в Центральном районе. Вначале специалисты проверяют устранение подрядчикам выданных ранее замечаний. На данный момент практически все они подрядчиком устранены. Нанесена разметка, почищены ливневые и канализационные колодцы, установлены отсутствующие дорожные знаки. В дальнейшем комиссионно принимается решение о соответствии всех показателей автомобильной дороги, о требованиям муниципального контракта, будет подписан акт ввода дороги, далее подрядчикам будет выдан гарантийный паспорт. Продолжительность гарантийного срока 5 лет. На этой неделе запланировано проведение еще нескольких комиссий, в том числе не только по Центральному району, еще Заволжский, Пролетарский и Московский.